22 апреля 23 года. Сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина. Коммунисты Кисловодска, КПРФ и Российской коммунистической рабочей партии большевиков в Кисловодске возложили цветы вождю пролетариата Ленину. Он в нашей памяти остался, великий человек, мыслитель. И его идеи сегодня живут. И я думаю, эти идеи скоро восторжествуются, недолго еще править капиталистам, которые загубили за 30 лет своего правления всю экономику Российской Федерации. Но это как бы отдельный разговор уже мы ведем. Но мы всегда помним, чтим, читаем, изучаем партийные труды нашего вождя Ленина. Как бы и на него грязь не лили эти бывшие перевертыши, которые стали буржуями и разворовали наше государство. А многие из них сбежали, подонки, за границу, за бугор, с наворованными деньгами. Но это, как говорится, у нас отдельный разговор сегодня. А вот хотел обратить внимание, у нас есть общество охраны памятников. Вот я это видео отправлю им, как они охраняют этот памятник. Вот посмотрите, все плитки, плитка, вот она, все поотлетала. Смотрят они или нет, это общество, чем они занимаются? Памятник как бы разрушается, но подремонтировать его надо бы. Ну что это такое? Посмотрите, вот этот весь низ. Вот, смотрите, везде плитка отлетела. Что, никто не контролирует, не смотрит, что ли? Посмотрите, отвалилась плитка. Вот она вся. И, видимо, давно уже. Не знаю, коммунисты кисловодские обращают на это внимание или нет, не знаю. Ну вот, я обращаю внимание, и этот ролик я отправлю во все инстанции. Кто должен следить, кто должен ремонтировать. Нравится он вам, не нравится, а следить вы обязаны, это наша история. С днем рождения, Владимир Ильич. Ваши идеи живут в наших сердцах, и мы претворим их в жизнь. Коммунисты Российской коммунистической рабочей партии большевиков. Чтут нашего вождя. До новых встреч, друзья. Пролетарии всех стран, соединяйтесь.